Исполнение бюджета Щелковского района в 2017 году. Основные направления бюджетной политики – расходы и доходы муниципалитета. Публичные слушания прошли в администрации района. Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал, в 2017 году составил 12 миллиардов рублей, что на 38% выше показателя 2016 года. Реализовано 5 инвестпроектов. Доходная часть бюджета превысила плановые показатели и составила 6,5 миллиардов рублей. Перевыполнен план по налоговым и неналоговым доходам. В минувшем году активно работала межведомственная комиссия по мобилизации доходов бюджета. Расходная часть бюджета была сформирована 13 муниципальными программами. Большая часть средств, более 5 миллиардов рублей, была направлена на развитие социальной сферы. Работать надо еще больше, работать надо еще лучше по всем направлениям, экономить, тратить бюджетные средства. В результате у нас получится успех, как получалось до этого в следующем году.